для того, чтобы жить, надо работать. Для того, чтобы жить хорошо, надо жить и работать в Одессе. Для того, чтобы и жить, и работать прекрасно, надо жить в свободной и независимой стране, в стране Украине. 30 лет в жизни человека – это уже серьезно. 30 лет в жизни государства – это начало. Но я уверен, что за эти 30 лет вы, как и мы, выучили очень важную истину. Перефразируя легендную фразу Джона Кеннеди, я хотел бы сказать, не спрашивайте у Одессы, у Украины, что она сделала вам. Спросите себя, что вы сделали для Одессы и для Украины. Одесса для вас, родная. Для нас, многочисленных ваших поклонников во всем мире, она прекрасна, неповторима, непредсказуема. Гордитесь своим городом так, чтобы и город гордился вами. Радуйтесь независимой Украине так, чтобы страна тоже радовалась вместе с вами. С праздником, милые одесситы!